Привет, друзья! В этом видео я буду варить пиво и воблу. Вот так выглядят формочки. На сайте указано, что вес воблы 80 грамм, а вес бутылочки пива 115 грамм. Но я еще это мыло не делала, поэтому сейчас как раз и проверим. Использовать я буду основу Crystal NS. Это основа, которая не плачет. Вот такой у меня есть лист с наклейками на пиво. Из ароматизаторов я выбрала барбарис и мяту. Также я буду использовать черный перламутр, жемчужный перламутр, зеленый пигмент, спирт. Еще мне нужен будет скотч. В общем, все по порядку. Свои формы, мыльную основу, ароматизатор, а также наклеечки для мыла я заказала на сайте Мыловар Про. Ссылочку на каждый товар я оставлю в описании под этим видео. Я начну с пива. И для того, чтобы залить пробочку, я заклеиваю вот эту часть, горловинку, обычным скотчем. Дальше я разогрела немножко черной основы, вернее основы, окрашенной в черный пигмент, поэтому на видео я ее не развожу. Сбрызгиваю спиртом и пипеткой заполняю пробочку. И вот так теперь пока буду держать. Надо, чтобы это мыло застыло. Я растопила 80 грамм прозрачной мыльной основы и добавляю сюда черный сухой перламутр. Мне нужен не совсем плотный цвет, потому что рыбку все равно мы окрашиваем больше сверху перламутрами, когда уже мыло готово. И добавляю сюда тушку барбарис 20 капель. Форма большая и неустойчивая, я взяла контейнер от мыльной основы, как раз идеально сюда он подходит. Сбрызгиваю форму спиртом и выливаю мыльную основу. Вот как раз 80 грамм вес рыбки, действительно 80 грамм. Иногда бывает, на сайтах пишут неправильный вес. Тем временем у меня подстыл черный слой. Я снимаю скотч, беру зубочистку, аккуратно лишнее подчищаю, если есть лишнее. Если у вас получилась граница неровная, как в любом другом мыле, можно взять ватную палочку и вот так вот надавливая, эту границу выровнять. Дальше мы обязательно процарапываем вот здесь вот мыло, для того, чтобы наши слои сцепились и пробочка в готовом мыльце не отвалилась. У меня даже все сразу поместится. Сейчас я буду отмерять 115 грамм прозрачной мыльной основы. Я разогрела 110 грамм прозрачной мыльной основы, так как пробочка у меня там все-таки тоже есть. И я добавлять буду сейчас пищевой зеленый краситель. Побольше, потому что хочу плотный цвет. И, конечно же, бутылочку можно сделать и коричневой, но я выбрала там зеленую наклеечку, поэтому, думаю, будет красивее. Такой вот мне нужен зеленый бутылочный цвет. Беру ароматизатор мята и добавляю 20 капель. О маслах! Масла в мыле использовать, конечно же, можно и даже нужно, но масла должны быть водорастворимые. Обычные масла ухудшают мылкость самой мыльной основы. Почему я не добавляю на видео масла? Потому что все, что я делаю на видео, это идет не для клиентов. И мыло у меня чаще всего просто лежит. Если же мы добавляем масла, то добавляем на 100 грамм основы примерно пол чайной ложки. Маслечко у меня тоже с сайта Мыловар Про. Я сбрызгиваю форму спиртом. Даже обязательно вот там, где у нас был черная основа, пробочка. И выливаю мыльную основу. Все пузырьки легко удаляются спиртом. И теперь ждем застывания этих двух мыльцев. Мыло застыло, давайте доставать его из формы. Подвигаем края формы, чтобы запустить воздух. Для того, чтобы достать мыло из пластиковой формы, его надо поставить в холодильник минут на 15. Вот такая получилась бутылка. Большая, длинная. И теперь достаем воблу. Осталось это мыло украсить. На пиво надо всего лишь наклеить наклеечку. Смотрите, наклейку клею я сейчас на свежее мыльце, которое только что достала, из формы только для видео. Вообще, наклейки на мыло клеют любые наклейки спустя ночь. Ну или там часов хотя бы 8-10. Почему? Потому что мыло имеет свойство немножко усыхать, и ваша наклейка будет сморщенная. Поэтому я сейчас клею только для того, чтобы показать вам на видео, как это будет смотреться.
Вот такое у меня пиво. Рыбка сейчас абсолютно некрасивая, неестественная. С ней придется немножко поработать. Я беру салфетку, беру широкую кисть. И сначала я возьму перламутр, который называется жемчужиной. Лучше, конечно же, взять серебряный, но почему-то я его у себя не нашла. И теперь аккуратненько брюшко рыбки мы окрашиваем перламутром, подчеркиваем рельеф. Сбоку тоже. Берем вторую салфетку и чуть-чуть подчищаем лишнее. Подтираем, не так сказала. Дальше я беру черный перламутр, наношу на кисть и покрываю спинку вобла. Прохожусь по хвостику обязательно. Также можно черным сделать плавнички. И границу, которая сейчас образовалась между черным перламутром и жемчужным перламутром, надо немножко растушевать. Это тоже делается вот так вот, бумажным полотенцем или салфеткой. Вот так выглядит вобла, и рядом с ней пиво. Из такого мыла можно составить набор. Взять коробочку, положить рыбку и положить пиво. Думаю, для мальчишек будет очень интересно получить такое мыло в подарок. А вам спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.